выдуманный ими Западный Азербайджан никогда не существовал, и в истории нет даже названия такого. Ну, не было его просто. Это сейчас выдумано, это, знаете, как будто древние укры выкопали Черное море. Вот это примерно из такой же серии утверждений. Поэтому армянский ответ должен быть жестким и однозначным. Да, мы готовы, если вы будете готовы вернуть изгнанных армян, вернуть их захваченную собственность и обеспечить их безопасное существование на территории Азербайджана. Возврат 400 тысяч армянских беженцев на все территории Азербайджана. В этих случаях только взаимность возможна. Тогда Армения будет готова провести аналогичные действия по отношению к тем, кто был выслан. Вот этот ответ единственно возможный в данной ситуации.